Это была всего одна неделя. Неделя в другой стране, в гостях у одной семьи. Возможность увидеть достопримечательности, попробовать новую еду, познакомиться с новыми людьми. Неделя приключений. Всего одна неделя. Неделя под крышей у одной семьи, которая добровольно открыла нам двери, чтобы поделиться своими ценностями и убеждениями, ритуалами и традициями. Но они сделали для нас гораздо больше. Когда мы следовали за ними по интересным местам, вместе делали повседневные дела, ели за одним столом, эти люди делились с нами не только своей культурой, они делились с нами своей жизнью. И мы делились тем же. Именно тогда мы начали понимать ценность того, что делаем. Ценность семьи, принимающей незнакомца. Ценность незнакомца, который становится другом. Мы живем в мировом сообществе. Как никогда раньше, все больше людей взаимодействует в международном масштабе. Но при столкновении культур и наций возникают препятствия. Мы предполагаем, мы неправильно понимаем друг друга. А что, если мы будем отвечать друг другу заинтересованностью и дружелюбием? Что, если простые узы дружбы могут стать глобальной силой для достижения понимания мира? Вот что мы создаем в Friendship Force International. Мы строим мир. Дружба за дружбой. Основанная Уэйном Смитом и поддержанная президентом Джимми Картером в 1977 году, Friendship Force International является некоммерческой организацией, посвятившей свою деятельность содействию мирового взаимопонимания через путешествия. Мы привлекаем частных лиц в качестве посланцев дружбы для путешествий по всей планете. Они окунаются в местную культуру, чтобы распространить послание международной дружбы и всеобщего мира. Мы выросли до уровня мировой сети клуба Friendship Force, возглавляемых волонтерами в более чем 350 сообществах в 70 странах, что в сумме составляет примерно 16 тысяч членов по всему миру. Посланцы-путешественники живут одну неделю или дольше в доме хозяев, устанавливая крепкие отношения во время подлинно культурного обмена, способствующего дружбе и доброжелательности во всем мире. Наши члены – это обычные люди, такие же, как и вы, которые путешествуют или принимают гостей во имя всеобщей дружбы. Итак, познай иные места и взгляды, найди общие. Станьте членом Friendship Force сегодня и присоединяйтесь к движению. Всего лишь одна неделя. Неделя, которая может изменить вашу жизнь. Неделя, которая может изменить мир.